такая машина. Бедная елка. Опять ее разбирают. Но в декабре месяце этого года ее соберут обратно. Мне объяснили, сейчас она под натяжкой, они уберут эту секцию, потом опустят, потом опять опустят. Процесс пошел. Дай Бог вам здоровья. Какой характер у крановщика должен быть? И вообще у человека, в принципе? Вообще нормальная нервная система и большой опыт. Главное в нашем деле не спешить. Торопиться не надо, а то успеешь. Конечно, конечно. Только так. И меры безопасности. Пожелайте запорожцам обязательно. Всего в этом году самого лучшего, чтобы прошел наконец коронавирус. И мы вздохнули все спокойно. Спасибо. И мосты построили с вашей помощью. Это обязательно. Поехали потихоньку.